Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание номеру квартиры, поговорим о том, на что укажет номер квартиры и как номер квартиры влияет на энергетику вашего жилья. Друзья, очень важная и ценная информация, которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца. Дом для каждого человека – это особое место, и куда хочется возвращаться, где уютно и комфортно. Дом – это крепость, это то, что делает человека намного сильнее, подпитывает его сильными энергиями, и в доме каждой семьи, конечно же, своя атмосфера, которую ни повторить, ни воссоздать невозможно. Дом с положительной энергетикой – это очень нелегкий и непростой труд, и для того, чтобы ее поддерживать, нужно этому уделять много сил. Проводить вовремя энергетические чистки, ритуалы, которые будут притягивать эти энергии и приумножать их. В таком доме очень приятно находиться, и жизнь у людей в ней складывается самым наилучшим образом. Все, за что они берутся, получается с легкостью, а счастье, благополучие и любовь окружает их. В таком доме создаются прекрасные семьи, члены семьи любят друг друга, поддерживают. Если что-то происходит у кого-то из членов семьи, стараются помочь быстрее справиться с возникшей ситуацией, из-за чего она быстро остается в прошлом, и ей на смену приходят только приятные события и эмоции. В доме, где члены семьи ленятся поддерживать светлую энергетику, к сожалению, не происходит ничего хорошего. Его наполняют ссоры, проблемы, а когда происходит неприятная ситуация с кем-то из членов семьи, он остается наедине с данными проблемами, из-за чего эта ситуация затягивается и на смену не приходит ничего хорошего. В таком доме энергетическое поле не восстанавливается, а только разрушается и начинает преследовать различные страхи, недомогания, апатия. Поэтому не стоит рисковать и лениться, нужно уделять этому максимум внимания, чтобы потом не жалеть о последствиях и о том, что поздно это поняли, потеряли то, что могли сохранить. Порой для того, чтобы приобрести собственное жилье, людям приходится пройти немалый путь, но осуществив его, они не могут создать в нем нужную атмосферу, так как не понимают, на что нужно в первую очередь обращать внимание, что в доме все должно быть под контролем. Окна, двери, межкомнатные двери, интерьер, а также то, что его наполняет, так как каждая вещь, каждый предмет имеет свою энергетику и, попав в дом, наполняет его ею. Поэтому какие-то делают своим присутствием энергетику дома еще более сильной и благоприятной, а есть вещи или предметы, которые своим появлением будут ее разрушать, разрезать, ослабевать, и любой негатив, даже от тех, кто придет в гости с плохими мыслями, не желая хозяевам дома зла, останется в нем и с легкостью приумножится. Очень большое значение имеет и номер квартиры, но на это практически никто не обращает внимания, так как считают, что это просто какие-то цифры и ни на что не могут влиять. Но вы знаете, это совсем не так. Цифры способны людям на многое указать. Эти значения передавались нам на протяжении многих лет для того, чтобы научить нас видеть то, что скрыто от простого взгляда, и понимать то, что они пытаются нам сказать, или же осознавать то, что в них заложено касаемо той или иной ситуации. Часто, когда человек заслуживает помощи или же когда Вселенная старается его о чем-то предупредить, она отправляет подсказку касаемо цифр, и на это обязательно нужно научиться обращать внимание. У моих друзей был такой случай, что они долго искали квартиру для того, чтобы ее купить, но им ничего не нравилось, и они не могли ничего подобрать. Но на их пути в этот период постоянно встречалась одна и та же цифра, когда они уже отчаявшись, так как потратили на поиски много времени, а сроки поджимали, им нужно было переезжать с прошлой квартиры, они поехали на очередной просмотр, и им вновь не понравилось. То, что им показывали, осталось еще квартира, которую они должны были ехать смотреть. И тут риэлтор сказала, что по дороге они заедут на один объект, так как ей нужно встретиться с хозяевами и обговорить некоторые нюансы продажи. Подъехав, она предложила им подняться с ней, чтобы они не скучали. Они согласились. Когда подошли к двери, то обратили внимание на то, что на дверях квартиры была цифра, которая их преследовала. И зайдя в квартиру, они ощутили, что в ней очень комфортно.
Им казалось, что эта квартира просто создана для них. Когда они начали говорить о цене, оказалось, что эта квартира была дороже, чем они искали, но хозяевам нужно было ее срочно продать. Так как они кардинально меняли место жительства, решив переехать поближе к родителям, и они согласились отдать им данную квартиру за те деньги, которые у них были. Так они обзавелись шикарной квартирой, в которой их жизнь стала просто прекрасной. Расширилась семья, увеличился финансовый доход. Они часто вспоминают с радостью данную историю и всегда подчеркивают, что с тех пор обращают внимание на знаки и на цифры, а также на то, что Вселенная пытается им сказать. Как-то моя подруга рассказывала и такую историю, что ее сотрудница переехала на новое съемное жилье. Со своей семьей и в ее семье начались ни с того ни с сего конфликты, разногласия, на работе были проблемы. Она заговорила об этом с мамой, и та рассказала ей о силе цифр. Когда они сопоставили номер квартиры, то поняли, что она не имеет благоприятную энергетику, и эта женщина быстро нашла квартиру, прислушиваясь дельного совета. Как только они ее сменили, все вернулось, как было ранее, а много что стало лучше. Появилось больше денег и приятных моментов. Поэтому, если вы собираетесь купить жилье или же снять новое, обязательно обращайте внимание на номер жилья. Для этого вам нужно свести номер квартиры, если он состоит из некоторых цифр, к простому числу. Ну, например, квартира 235. Сплюсовываем 2 плюс 3 плюс 5, получается у нас цифра 10. 1 плюс 0, 0, получаем 1. Или же, например, квартира с номером 76. 76 – 13, 1 плюс 3, получается 4. Но если квартира с простым номером, например, 9, то и сводить ничего уже не нужно. Это очень простое действие, но оно поможет вам изначально обезопасить себя от ненужных энергий, событий и того, что вы притянете в свою жизнь, поселившись в такой квартире. Порой номер квартиры может также противоречить вашему образу и стилю жизни, поэтому к ней вы не будете счастливы, и вместо того, чтобы вы в ней черпали вдохновение, хорошо отдыхали, все будет в точности наоборот. Цифра 1, если у вас это получилось, то это квартира, в которой жильцам нужно будет постоянно работать, трудиться на результат. Если вы считаете, что вам нужно больше отдыхать, то и вы порой ленитесь, эта квартира вам не подойдет, так как в ней вы растеряете все то, что есть у вас на данном этапе. Если вы не будете придерживаться ритмов, которые она будет приводить в ваше энергетическое поле, людей, которые поселятся в данной квартире, будут преследовать всегда удачные события. Поэтому, если вы желаете начать новый жизненный этап, кому-то что-то доказать или даже самому себе, то это квартира для вас. Финансы будут зависеть напрямую именно от того, сколько времени вы будете готовы уделять работе, дополнительному заработку. В этой квартире больше будут преобладать физические энергии, чем духовные, поэтому пылкой страстной любви в ней не получится. Будут крепкие отношения, но они будут больше направлены на совместный результат. Семья будет счастливой только в том случае, если также будет готова работать на результат. Если у вас получилась цифра 2, то это квартира, в которой вам нужно будет следить за энергетикой, приумножать ее. Но если придерживаться всех правил, те, кто в ней поселится, будут иметь крепкое энергетическое поле, а значит, смогут осуществлять все задуманные действия, за которые только будут браться. Если у вас происходит что-то приятное в жизни, и вы переедете в квартиру с таким номером, то сможете это все приумножить, что наполнит ваш дом и все, кто в нем, только радостью. Финансовое положение в данном доме будет стабильным, а если вы захотите притянуть больше денежной энергии, нужно будет подумать над сменой образа жизни. Если готовы, начинайте, и у вас обязательно все получится. Это идеально подходящая квартира для влюбленной пары, крепкой семьи. Она будет делать такие отношения еще более крепкими, защищая их от любой зависти со стороны. В таком доме не будет ссор, конфликтов, только любовь и взаимопонимание. В таком доме у пары появятся детки или увеличится семья.
Если человек на данном этапе без пары, то с легкостью очень скоро найдет свою вторую половинку, с кем сможет создать свою семью. Если у вас получилась циферка 3, то знаете, эта квартира подойдет именно для решительных людей, которые всегда добиваются поставленных целей и даже при трудном каком-то этапе, при событиях не сходят с выбранного пути. Эта квартира поможет наполнить жизни тех, кто в ней живет чем-то новым, поможет им притянуть то, о чем они всей душой мечтают. В такой квартире будет комфортно общительной семье, которая любит общение. Если в такой квартире поселятся люди, которые имеют экстрасенсорные способности, то у них обязательно получится их развить. Если у вас есть какие-то страхи, неуверенность в себе, не стоит поселяться в квартиру с такой цифрой, потому что она ослабит вас, а вы не готовы противостоять трудностям. Сначала избавьтесь от всего, что вас пугает, а затем можете думать над таким жильем. В данной квартире нужно соблюдать правила, связанные с деньгами, так как денежная энергия как с легкостью может в нее прийти, так и уйти. Семье, которая будет жить в такой квартире, нужно научиться уступать друг другу. А если вы упрямы и к такому не готовы, то ваша семья, к сожалению, даже может распасться. Если у вас получилась циферка 4, то это указывает на то, что в данной квартире будут стабильность, успех, любовь и изобилие. Такая квартира притянет обязательно трудолюбивых людей. Другие в ней будут ощущать, к сожалению, дискомфорт. В ней также сможет жить только дружная и честная семья, которая любит помогать окружающим людям. Заниматься благотворительностью, благодаря этому энергетическое поле квартиры будет только приумножаться и наполнять их жизнь добром. Проблем с деньгами в жилье с таким номером не будет. Их будет столько, сколько нужно в семье, которая живет в таком доме для их счастливой жизни. Если вы склонны обманывать свою вторую половинку, то это не приведет ни к чему хорошему, а ваше предательство не только раскроется, но и приведет к неприятным последствиям. А вот любящей семье, которая старается всегда поддерживать друг друга, эта квартира поможет наполнить их жизнь сильными энергиями, которые сделают их связь еще более крепкой. Далее, друзья, цифра 5. Если у вас получилась цифра 5, то эта квартира идеально подойдет для людей, которые любят обучаться чему-то новому, которые любят науки, а также то, что способно сделать их жизнь более гармоничной. В такой квартире получится хорошо отдыхать, она идеальна для домоседов, которые любят домашний уют и будут всячески над этим работать. Удобный диван, теплый плед, интересная книга и чашка прекрасного чая помогут создать особую атмосферу, которая наполнит их счастьем. В таком доме не будет достаточно денег, но их будет хватать на все самое необходимое. Интересная работа, а также дружная семья помогут исправить то, чего будет хотеться в большем размере. Часто такой номер квартиры притягивает людей, которые способны сделать открытия, которые могут изменить не только уровень их жизни, но и мир вокруг них. Любовь будет присутствовать, но ее не будет слишком много. Из-за этого детям может казаться, что их у родителей нет времени. Поэтому стоит на это обратить внимание, чтобы не пришлось потом жалеть. Далее, друзья, циферка 6. Если у вас получилась цифра 6, то эта квартира будет обладать прекрасной энергетикой. В ней будет царить счастье, уважение, взаимопонимание и изобилие. Семья, которая поселится, должна будет уметь выставлять для себя приоритеты. Тогда у них все будет получаться самым наилучшим образом. Эта квартира поможет сделать связь между членами семьи очень крепкой. Ее не сможет разрушить ни один негатив. Их любовь будет только с каждым днем приумножаться, а страсть окружать. В таком доме будет также стабильность, а члены семьи будут знать, когда нужно поработать, потрудиться на результат, а когда позволить себе отдохнуть. Такая семья будет желать, чтобы гости постоянно были в их доме. Денежная энергия будет их окружать, так как они не жадные и способны помогать тому, кто действительно нуждается в их помощи. Далее, друзья, цифра 7. Цифра 7 подойдет тем, кто ставит карьеру выше всего. Эта цифра поможет владельцам квартиры стать намного мудрее и замечать то, что ранее было скрыто от их глаз. Порой люди, которые не знали, какой путь выбрать в жизни, так как где-то запутались, попав в такую квартиру, быстро ставят хандру позади и будут знать, что хотят получить свою жизнь в ближайшее время.
такой квартире могут возникать денежные проблемы, порой могут и вообще отсутствовать. Поэтому если вы умеете накапливать деньги, можете не переживать. Но если у вас с этим проблемы, то такое может привести к тому, что нужда поселится возле вас. Если вы любите ходить по магазинам часто и приходить домой с пустым кошельком, ни в коем случае не поселяйтесь в жилье с таким номером. Семье будет некомфортно в таком доме, атмосфера будет зависеть только от того, как будут стараться хозяева. Далее циферка 8. Если у вас получилась цифра 8, эта квартира подойдет людям, которые не принимают грусть, которые всегда улыбаются. О них можно сказать, что они заядлые оптимисты. Любят веселье, которые должны находиться в постоянном кругу друзей. Если вы любите спокойствие или кто-то из членов вашей семьи, эта квартира не для вас. В данной квартире жильцы будут чувствовать, какой дорогой, в какой день идти, чтобы обходить неприятности. В такой квартире с легкостью можно улучшить финансовое положение. Если у вас проблемы с деньгами, стоит в ней поселиться, потому что результат будет очень быстро заметен. Отношения между жильцами будут искренними, чистосердечными, любящими, но порой кто-то из пары может ощущать, к сожалению, одиночество и то, что его недостаточно любят. Поэтому мнительным людям стоит задуматься над переездом в такую квартиру, потому что мнительность может разыграться настолько, что придется потерять то, что не ценилось. Далее цифра 9. Если у вас получилась цифра 9, то жилье, где члены семьи способны изменить все то, что им не нравится, и смогут пересмотреть свой образ жизни. Эта квартира будет наполнена духовностью, открытостью и искренностью. Сострадание и сочувствие будут приумножаться и помогать членам семьи открывать для себя новые энергии и события, делать жизнь радостной. Если человек все время говорит то, что думает, то энергетика такого жилья может приумножать это качество, что скажется не очень хорошо на данном человеке. Поэтому вам нужно научиться контролировать свои действия и свои слова. С деньгами в квартире с таким номером все-таки будет сложно. Если у вас есть какие-то долги, она их приумножит. Кредиты не получится вам с легкостью отдавать. Особенно опасно, если такую квартиру брать в кредит, потому что это может плохо закончиться для всей семьи. Для того, чтобы притягивать деньги, вам нужно будет проводить постоянно денежные ритуалы и практики. Отношения в семье могут стать более отдаленными, чем были ранее, если между членами семьи есть какая-то, например, неискренность. Друзья, используйте обязательно эти знания, о которых мы сегодня с вами поделились. Не спешите покупать жилье, переезжать, пока не продумаете все нюансы, ведь правильно выбранное жилье очень важно для счастливой, успешной и полной изобилия жизни. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Также, друзья, ставьте лайк этому видео. Вы можете еще воспользоваться функцией «Супер спасибо», отблагодарив нас. А «Супер спасибо», друзья, находится под этим видео. Также воспользуйтесь вкладкой «Спонсорство». Или более подробно вы можете узнать на вкладке «Спонсорство» или в описании к этому видео. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.